Так, ну что ж, ребят, на данный момент у меня 937 кубков. На данный момент это рекорд. И до нового ранга, получается, нам осталось 2 катки. До 1000 кубков нам осталось 11 каток. Ну, опять же, победных. Не все идеально, конечно, тупим. Ну, я туплю. Проигрываем, но при этом более-менее стараюсь отыгрывать, ну, более-менее. Поэтому надеюсь, что все у меня получится. От вас, конечно же, я буду благодарен, если увижу поддержку. Это лайк, это подписка, это колокольчик. Вы лучшие, ребята, актив классный, вы меня всегда поддерживаете. Я вас люблю реально от души, что вы у меня такие активные, реально. Ну что, я готов. У нас режим 3 на 3, захват кристаллов в команде Гарда и БС Эрик. Поехали. Всем привет. Всем привет. Эрик, кстати, апнул свою Джеки на 1000 кубков днем. Он играл с Дарк Ангелом и с Гардой, да? 3 на 3. Вот. И сегодня вечером они решили... Они подумали, что раз Эрик апнул 1000, то же самое произойдет и с Холдиком. Ну, не учли один момент, что... Холдик не Эрик, и Эрик не Дарк Ангел. Ладно, поехали. Первая каточка у нас, ребята, снайпинг. Да, такое тоже есть. Меня подписчики в режиме 3 на 3, короче, вылавливают. Капец, мы же на него попадались уже. Третий раз уже. Он с твинка. Короче, меня подписчики в глобале ловят, ну, точнее, снайпят и отдают мне победу. Спасибо им, я, конечно же, от этого не отказываюсь. Вот, ну и, конечно, нехорошо всегда так поднимать трофей, но это происходит реже, чем играем против реальных игроков. То есть за всю, за весь стрим у нас заснайпили сколько? 3 раза, да, где-то? Да. 3 раза там из сколько? 7-10 каток. Ну, короче, надо посмотреть. Ну, большую часть каток мы играли, да. Поэтому, ну, первая катка такая вот, и это победа. Это победа, это круто. Фух. Так, ну, слушайте, после этого останется одна игра до нового ранга, а там дальше... Нет, да. Надо постараться, реально. Одного кубка не хватит. Кого не хватит? Одного кубка. Ну, еще... В смысле? У тебя по 6 дают? Да. Я тебя понял. Блин, ну ладно, еще 2 катки по-любому, ладно. Ну, это можно не считать, в принципе. Ну, эту не считать, еще 2, правильно? Да. Привет, Рейдани, пожалуйста, last видос. Ссылка удалена. Ну что, спасибо этому парню, который меня уже 3-й раз снайпит. Осталось, блин, реально, если бы дали 7 кубков, был бы новый ранг. А так дадут 6, и то 6 дадут после того, когда мы победим. А победу надо еще заслужить. Поэтому погнали в следующий бой. Не отвлекаемся, пока не апну новый ранг. Никого не рекламирую. Тупо сейчас вот сосредоточены. У меня единственная проблема, что я не могу привыкнуть ко всем сетапам. Допустим, там против одного сетапа как-то вот чувствую, что там надо делать. Против других вот у меня все идет как-то шиворот на выворот, не знаю. Я то гаджет просру, то, ну, в общем, как-то вот полностью руиню катку. Поехали, по-моему, рандома, не? Да, рандома. Да. Это чел из клана Шампанова, Максел. Отлично. Ну, ребят, я думаю, что это должна быть победа. Поставьте лайк. Эрик лево, лево. Так, я на фланге с Нитой. А нет, это не рандомно, это не рандомно. Блин, вот это плохо. Это плохо, ребят. Ну да, там, по-моему, 4 было. Не-не, там может быть 4, а может сразу 3, типа. Ну, оно так... Не, если 3-4, то не означает, что помоги. Рандомно. Типа. Так, давай розу. Так, я пойду на фланг. Я помогу, я хилить его. Уходим. Хорош. Я заберу? Заберу? Не надо. Ладно. Давай, я отхилюсь. Так. Я сейчас прикину. Так, давай. Отлично. Есть, так, хорошо. Там этот... все, понял. У меня есть еще 3 гаджета. Могу использовать один. Хорошо. Ну, аккуратно тебя добьем. Я розу на себя беру. Так. Давай на гаджете вылетаю, 2 убиваю. А, там уже... Стан. Блин. Я заруинил. Притянешь? Там не это, вот там. Ну и что? Урод. Тяни. Так она убьет нас. Да? Ну, ладно. Не, ну вдвоем бы. Может, зажали бы ее. Так. Че, заберем, да? Заберем и погнали. Все, это победа? Там...
Подожди, подожди. Помоги. Сейчас я ее оттолкну, смотри. Я ее притягиваю. Да, ребят, это победа. Не супер сложные соперники, но при этом. Так, у нас тут Аурум, но это фейк, я так понимаю, в чате. Да, это фейк. Так, блин, посмотрите, один кубок до нового ранга. Фух, ребят, тупо одна игра. Очень переживаю, потому что сейчас много топов играют и прям хорошо играют. Ну давайте, поставим все дружно сейчас лайк, все дружно сейчас подпишемся. И я нажимаю кнопочку B. Все готовы? Погнали. Сразу как-то. Блин, это походу... Витал Шарк! Это поражение, друзья. Это поражение, жалко. Ну ладно, я буду стараться, но... Видишь, шар крутится. Хотя он никогда не крутится практически. А за этого... кто играет за Джеки? Не папа тот, который с ними играл? Как его там? Нет, ну... Не знаю, о ком ты. Ну как его там? Вчера он играл с папой каким-то, как... Не помню, как никнейм. Ладно, забыл. Не, он не отдал катку. Все, я понял. Ангел говорил, что плохо отыгрывает на Джинни, но берет его. Так. Ну это хорошо, что не Дарк Ангел на Джеке. Не знаю. Я не знаю, кто на Джеке, но, блин, я Дарк Ангела боюсь. Он хорошо играет. Так. Подожди, притяну кого-то. Блин, это ж надо было попасть именно на Виталю. На последней катке. Это ж насколько я удачливый. Спасибо. Так. Нормально мы так сосем. Да. Я, блин, почти убил. Ну мы центр сейчас держим, да, не? Я притяну. Ну блин, да, я, нормально, короче. Нормально. Ладно. У меня два гаджета еще. Хорошо. Конь, жди. Ой-ой-ой. О, бегу. Сука, хорош. Помоги. А-а-а. Ну, блин, да блин. Тыч, кого? Ну, надо было подзапредиктить, блин. Блин. Ты что, не видел, что Джеки там? Да я видел. Надо было, если бы ты кинул, ладно. Жалко. Ну, что поделать, это топы, это слишком топы. Блин, ну Витал Шарк, он задрот дикий, поэтому ему проиграть не зашквар. Так, ладно, получается, нам снова остается две катки. Да. Ну, погнали. Блин, тупо последняя катка и именно против него. Ну, это ж надо так было. Ладно. 20к онлайн. 20к онлайна, блин, от души. Всем привет, спасибо, что поддерживаете. Папа Хел, о, да, вот, никнейм вспомнил, с ними играл вчера. Вот, но это не он. Блин, реально, ну мы могли выиграть, реально, если бы Эрик не дал Джеки уйти, там реально одна тыка Джеки оставалась, и возможно там бы... Там вообще, там 70 хп, по-моему, было. Возможно бы мы выиграли. Ну а так, я не знаю, так и вроде аккуратненько играли, не знаю. Понятно, у них там опыт, ой-ой-ой, а я-то, я редко играю в 3 на 3, поэтому... Ну не в сухую проиграли. Не в сухую, это уже хорошо. А то, что проиграли, то ладно. Что-то вышло. Подбор не удался, член команды отключился. Так, какой член отключился? Не отключался. Какого члена ты отключился? У меня вообще телефон был на столе. Ладно, как только подберется, подрубимся. Так, поехали. Че это, топы, рандомы, кто? Не знаю. Ну... Так, я против... это нормально. Нормально, да? Окей, я на нити. Фланг. Чё, мне... Может, гаджет и затянуть? Не, жди пока. Сорян, бро. Эрик. Всё, я умер. Остается последняя катка.
И холдику надо тупить. Хорош! На тебе, шляпа! Здорово всем, кто в руме. Так, всем привет, всем привет. Ой, блин. Куда деться от мортиры? Она меня не видит, отлично. Так. Так, 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 ребята, ребята, вы там хоть разговаривайте там со мной. Роза. Где, где Роза, где? Может, поменяемся флангами? Может, флангами поменяемся? Да не надо, пока не надо. Пока не... Ну вы говорите, что мне делать? Хорош? Пацаны, алло, алло. Да, алло. Да, 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 алло. Извини, извиняюсь, ну, не обижаешься? Сейчас пойду плакать в подушку. Да не, серьезно. Да в смысле обижаешься, на что? Ну, там вроде бы у вас одна катка оставалась. Да ладно, блин, наоборот, нормально. Мне же надо как, хоть как-то, блин... Ну, все равно, ГГ. Да ладно, блин. Мы еще наверстаем, не беда. Ну, окей. Мы старались. Да, ГГ. 7-1, 7-1. Ой, 7-6. Я могу на гаджете ворваться. Тебе надо что-то делать, да. Давай, все, я врываюсь. Не-не, рано. Не, жди, жди. Так, так, так. Че, заберем Розу? Не, не, че, че, че делаем? Сейчас, я жду момента. Так. Я заберу, вот этот кристалл. А, Розу добьете, нет? Я заберу еще один кристалл. А, у нее стомп... Нет, все отлично. Смотри, у нее стан есть. Не. Подожди, подожди, чтоб не убили, чтоб не убили. Подожди, подожди. Жду, жду, жду. Тихо, тихо. Не, не, давай! Не, не, не. Да блин, нет, ты что, гонишь? Я ушел, я ушел. Это победа, это победа, все. Подожди, не победа, подожди. Чё это? Там Джина нет? Нет. 10 секунд. Ну Джина ж нет. Ну я тяну, подожди, убегай. Смотри. Yes! Пока. Осталась еще одна катка, ребят, еще одна катка. И 950, Еще не е. Еще, ну да, еще не е, все, идем сразу в бой. Хоть бы сейчас не какие-то там топ-1, топ, не знаю. Я очень надеюсь, что подберутся какие-то рандомы, либо хотя бы среднячки. Короче, последняя катка, помните, как говорится, закон подлости, скриньте, это слив. Катка. Катка, поехали. О, Тоша! Это, и тот, опять, это чел, который нас уже пятый раз снайпит, да, это он? Нет. QLC, не он? Не он. А, они играют некоторые. А что за... Ну, Тоша-то не играет. Тоша не играет, да. Ну, так все, это победа, ребят. Ну, будет стыдно, если мы проиграем. Да. Фух, ребята, это новый ранг. Это новый ранг. Остался полтинничек. Ну, давайте, ладно, затащим, потом уже буду. Потом уже будем... Иди ко мне. Один Тоша не играет. Можно даже тычки на Тошу не тратить. Окей. Ой. Хорош, Гард. Я знаю. Так, Сколько стоит перка? Потому что как четвертый тиммейт у нас. Блин, а как у того чела ник, который нас снайпил? Чела стрел. А здесь какой? Тоша. Не-не. QLS тоже похож ник, нет? Где? Ну там, вверху. А, QLS Сергио. Да, похож? Ну, вот, типа, приписка та же и все. А, это приписка чья-то, да, QLS? Да, QLS. А. Я просто думал, это полноценный никнейм. Они нас хотят закрысить, серьезно, сейчас? А, нет, стоп, они ведь и играли всегда. Притянешь Розу? Да. Розу? Хорош. Все. Да, друзья. Сейчас, давайте не будем преждевременно радоваться. Сделаем это, и останется у нас полтинничек. И 2-1, 950. Это какой? 29-й ранг. 29-й да. Ранг, друзья. Если бы еще, конечно, выиграли бы предыдущую тиму, было бы, конечно, более эпично. А так моментами. Я бы не сказал, что все идеально. Вот, но тем не менее, осталось 49 кубков до 1000. И у нас еще до конца сезона, ребята, один день. Я сейчас продолжаю. У нас записан видос. Видос заканчивается. Всем спасибо. Но
Если я доапаю 1000 на стриме, я сразу же опубликую вторую часть. Но если не доапаю, я сомневаюсь, что я доапаю, но в любом случае, уже 950, уже рядом. Еще один день. Меня это радует, это не последний день. Так, на видос прощаюсь, подписывайтесь и приходите на стримы. У нас 20 000 онлайна на стримах, это жесть, это какой-то непонятный рекорд. Пока, ребят.